Итак, дорогие друзья, сегодня будем делать вот такой вот формикарий. Все подробно расскажу, опишу, как его сделать. Ну что ж, приступим. Для формикария беру вот такой вот пластик, такой толщины. Уже разметил рисунок. Вот. Чертил рисуночек, разметил. И сверху и снизу будут два вот таких вот оргстекла. Придется делать и шестерки, потому что, к сожалению, тоньше я не нашел. Итак, что ж, приступим к сверлению. Вот насверлил. Получился вот такой вот ужас. Сейчас будем прорезать. И уже потом посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас получилось после сверления. Просверлили. Сейчас будем обрабатывать шкурочкой, напильничками и всем остальным. Вот так вот сверление закончилось, обрабатываем шкуркой. С основными лабиринтами я закончил, подровнял. Сейчас будем выпиливать арену. Я так ее маленько засверлил. И сейчас пройдусь болгарочкой. В принципе, все, останется чистовая. Останется чистовая. Вот я так все вроде подровнял. Маленько еще подшкурить, подровнять. Все будет замечательно. Что ж, продолжаем. Вот что у нас получилось. Хотел разукрасить, но потом подумал, что он будет растворяться в воде, краска. И навредит это муравьям, скорее всего, так что решил смыть краску. Просверлил оргстекло. И осталось собрать. И потом края подровняем на станочке. Подровняем края на станочке и все. И будет готов формикарий. Значит, давайте приступим к сборке. Вот, что у нас получается в собранном виде. Значит, с двух сторон он закрыт будет. Щели будут минимальные. То есть муравьям здесь не пролезть никак. Все вот эти края подработаем на наждаке. И останется доделать арену. Арену я буду делать из стекла. Сделаю с небольшим бортиком, сантиметров 10. В принципе, все. Осталось сделать арену. И все, и формикарий готов. Вот такое вот получилось чудо. Здесь еще просверлил отверстие. И здесь сделаю задвижки. Вот раз, два, три. И будет отделять секции формикария. То есть, чем больше будет колония, тем больше можно будет открыть задвижечку. И муравьишки будут проходить все дальше и дальше. Единственное, что, мне кажется, получились глубокие ячейки. Глубина, толщина пластика составляет сантиметр, 10 миллиметров. И сюда я еще вставлю наногубку, и здесь будет вода. Ну ладно, с этим пока все. А сейчас мы будем делать арену. То есть низ арены есть, здесь вот стекло. А нам надо сделать бока. Бока я буду делать из стекла. То есть
сделаю стеклянный аквариум, мини-аквариум. Значит, что мы будем делать? Для того, чтобы склеить стекло, нам понадобится силиконовый герметик и скотч. Сейчас объясню, зачем что нужно. Значит, сначала приклеиваем одну часть скотча. Части для аквариума я уже нарезал, то есть эти полосочки. Размеры укажу. Значит, полосочки. Мы приклеиваем одну часть сюда, а вторую часть мы ставим вот так вот в торец будем ставить и вставляем между ними лезвие. Вот эта вот толщина лезвия, это как раз и будет то место, куда будет попадать силикон. То есть на толщину лезвия попадет силикон. Так вот, для того, чтобы соединить части нашего аквариума. Давайте продолжим дальше. Вот, значит, получился вот такой вот квадрат. Сейчас мы будем заполнять все это силиконом. Силикон использую для аквариумов. Герметик для аквариумов. Так что давайте приступим. Теперь оставляем это на несколько часов, чтобы это все высохло. Высох у нас силикончик. Сейчас мы давайте с вами отлепим скотч. Так, никогда не думал, что вот так просто делаются аквариумы. Уже у нас так и получилось, что-то вроде мини-аквариума. Все, да, высох силикончик. Сейчас мы будем его приделывать вот сюда вот. Но для начала давайте займемся крышкой. Вот сделал я вот такую вот крышку, тоже из оргстекла. Сделал вот такие порожки, которые будут цепляться сейчас за край формикария. Вот так вот. Сейчас мы только подрежем силикончик по краям, чтобы она сюда входила плотненько. И все. Уже готов материал на второй формикарий. Второй формикарий будет поинтересней. Ну так вот, давайте посмотрим, входит. Можно входить. Вот. Все, замечательно. Крышечка входит. Да, все плотненько. Здесь вот есть отверстие. Отверстие заделал сеточкой. Заделал сеточкой. Сейчас мы приклеим саму арену вот сюда вот на герметик. И после того, как высохнет, я уже тогда протру все, уберу лишние пальчики и все. И останется сделать только поместить сюда губку или вату, чтобы вода была, и сделать перегородочки. И все. Перегородочки, для перегородок можно использовать любой пластик. Так что вот так вот, такой вот формикарий получится. Давайте мы с вами просиликоним.
края и поставим его на место. Плотненько, все довольно-таки хорошо. Все, ждем, когда засохнет силикон, и уже итоговые идем, подровняем где-то что-то, доделаем. Вот такой вот формикарий получается. Ну, довольно-таки симпатично для первого раза, я думаю, даже очень ничего. Ждем, когда высохнет силикон. Получился в итоге у нас вот такой вот формикарий с крышкой. Значит, крышечка, на крышечке есть дырочка под вентиляцию, которая заделана сеточкой. Здесь перегораживается перегородками, вот такие вот, видно их, не видно? Вот такие пластиковые перегородки, которыми можно перегородить отсеки. То есть три отсека закрываться будет, вот так вот будет закрываться. Вот здесь вот будет закрываться и вот здесь вот будет закрываться. То есть можно оставить вообще вот маленький для начинающей колонии. И вот сюда мы вставим еще губку. Тут будет у нас вода. Надо губку вставить или же вставить вату сюда. Ну можно губку вот от швабры. Есть губки. В общем, вот такой вот формикарий получился. В описаниях подскажите, что не так, чем можно дополнить, еще что-нибудь. Этот формикарий я кому-нибудь подарю. Условия дарения не знаю, наверное, просто подарю, может быть, разыграю. В общем, пишите в комментариях, что можно добавить, что можно еще сделать. Ну, для первого формикария, я думаю, довольно-таки неплохо получилось. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Впереди еще много-много интересного. Всем пока!